Уважаемые коллеги, еще раз добрый день, еще раз вас видеть. Адмирал Прадханмантри Джи, парам дост, апка свадат ле, хардик свадат ле, апку дейтна са муже бари хуши. Официальный разговор у нас состоится завтра. Апчарик бачит кал хонвали ле. А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. Но вначале я хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. Народ Индии голосовал именно за этот принцип. И я уверен, и я посвятили всю свою жизнь. Мэра ван лайф ван бишан хай, мэра дейтс. Да, вы правы, у меня только одна цель, это народ Индии.